ужас. Да что же это такое, а? Через полчаса мы тут Гамлета начнем репетировать. Гамлета! А сцена не готова. А ну, шевелитесь там все. Бедный Йорик! Что бедный Йорик? Бедный Йорик, я знал его. Жучкин, о роли Гамлета даже не мечтайте. Ну, дайте мне шанс. Ну, я всю жизнь шел к этой трагедии. Ни за что. Ни единого шанса. Скажите спасибо, что я вас в массовке терплю. Откуда на вас этот костюм? В костюмерной взял. А кто вам выдал реквизит без разрешения? Череп, что ли? Так, у меня же брат работает в палеонтологическом музее. Он любую кость за день так отполирует, что ее потом хоть в музее выставляет. Ладно, мне все это неинтересно. Запомните, пока в этом театре режиссер я, Гамлета будет играть Жорик Шумский. Разговор окончен. Ну так, ну, может, я хотя бы во втором составе, я шел к этому всю жизнь. А во втором составе Аркадий Петрович. У меня все давно продумано. А как же... Да что вы мне тычете этим Йориком? Я же сказал, Жорик Шумский. Так это не Йорик, это Жорик. Жорик. Бедный Жорик. Я знал его. Волосок остался. Как? А так, у меня тоже все продумано. О, и бедный Аркадий Петрович. О. Я знал его. Вы его тоже знали. Узнаете? Как вы могли? Я же сказал, я шел к этой трагедии всю жизнь. Шел. И дошел. Бедный Сигизмунд Эммануилович! Я знал его! А! 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 А!